И даже гедонисту коту Ваське передалась общая атмосфера тревожности. Этот дом для престарелых и инвалидов в Онеге в очереди на расселение. Персонал готовится к поиску новой работы, постояльцы к переезду. Вижу, что сникают, потому что все равно маленькие интернаты, это, конечно, вот их сейчас повсеместно, я смотрю, закрывают, все хотят централизовать, все собрать всех под единую крышу. Это, наверное, финансово это оправдано, наверное, да, это вот. Но, конечно, маленький интернат, это, конечно, совсем другая атмосфера. Да не хочется уезжать, эти дома родные, стены все такие. Так там предложил. Не знаю. Тут хоть родственника навещают. Переезд – это вопрос безопасности. Интернат с 2013 года не знал ремонта. Фундамент сгнил на 60%. Дом стоит на городках. Нам показывают бывший роддом. Это здание тоже в управлении дома-интерната. Ежемесячно учреждение тратит по 90 тысяч рублей на отопление пустующей двухэтажки. Но закончить ремонт и переместить 56 постояльцев по соседству мешают 40 миллионов рублей, которых в бюджете нет. Вместе с Онежским дома-интерната для престарелых закроют еще в 5 районах области. Верхнетоймском, Велигодском, Мизенском, Конышском и Котласском. Это в первую очередь будет касаться тех домов-интернатов, которые располагаются в деревянных зданиях. На сегодняшний день в Архангельской области более чем 300 человек проживает именно в деревянных зданиях домов-интернатов. Расселение деревянных домов-интернатов – мера долгожданная. О такой необходимости говорили еще в 2007 году, когда произошли сразу несколько пожаров в подобных учреждениях. Тогда в огне погибли более сотни стариков. ЧП с жертвами произошли и в 2008, и в 2009. Последний пожар в интернате для престарелых случился в прошлом июне в поселке Березовка Пермского края. Погибли двое. И, пожалуй, будущие 300 пенсионеров-переселенцев не переживали бы так сильно, если бы увидели одно из тех учреждений, которое станет им новым домом. Так онежан уже ждут в пансионате «Забота» в Архангельской Высокогорке. Еще 6 лет назад в этих стенах была больница. В 2011 году ее закрыли. Энтузиазм нескольких людей и миллионы инвестиций в 2016 году превратили это место в первый и единственный в регионе частный пансионат для пожилых людей и инвалидов. Любовь Анатольевна, вы здесь работали, когда это была еще больница. Вот да. Скажите, сильно ли это место преобразилось? Преобразилось полностью. Здание особенно. Очень красиво снаружи на него смотреть. Внутри много очень красиво все сделано. Располагается где-то у нас примерно 70 комнат на 180 мест. Поменено, ну, буквально все. Ремонт здесь смело можно назвать дизайнерским, а интерьер продуманным до мелочей. Кровати многофункциональные, специальные водоотталкивающие матрасы, просторные туалетные комнаты, оборудованы медицинские кабинеты. На кухне пахнет домашним обедом, а в прачечной – чистотой и свежевыглаженным бельем. Галина Павловна Чащина переехала сюда из Северодвинского дома-интерната. Переезда ждала 4 года. Здесь условия отличаются? Ну, здесь такой ремонт сделан. А там же старое даже здание. Главное – кровать. По мне кровать. Очень хорошо. Раз в месяц сюда приезжают артисты, дают для постояльцев концерт. Летом на территории пансионата пенсионеры собирают грибы. Персонал говорит, забота творит чудеса. На ноги встают те, кто раньше отказывался это делать. Условия пребывания в заботе для пенсионеров такие же, как и в государственных интернатах. 75% пенсии отдает сам постоялец. Оставшуюся сумму вносит регион. И есть только один нюанс. Кот Васька здесь пока исключительно в плюшевом варианте. Ирина Ившина, Алексей Шумякин, Денис Линчевский, Евгений Зыков, 7 дней в регионе.